Всем доброго времени суток, с вами эксперт по цифровой технике Илья, и сегодня мы рассмотрим еще одну модель от китайского бренда Xiaomi Mi 9 SE. Является ли эта модель младшим братом флагмана, или же все-таки она больше принадлежит к середнячку? Будем думать! Это один из самых компактных смартфонов 2019 года выпуска. При диагонали экрана почти в 6 дюймов ощущается он как смартфон с диагональю в 5 дюймов. И кстати, мало того, что он удобный, так еще и легкий, ведь его вес всего 155 грамм. Mi 9 SE – это смартфон, которым удобно управлять одной рукой, что является редкостью в эпоху полноэкранных гаджетов. Помимо этого, смартфон оснащен стеклянным корпусом с голографическим дизайном, поэтому, когда свет падает на стеклянную поверхность, корпус начинает переливаться сказочно красивыми цветами. Дисплей диагональю 5,97 дюйма и соотношение его площади к площади корпуса 90,47%. Благодаря насыщенной цветовой гамме видео и фото выглядит ярко и живо. Дисплей остается достаточно ярким даже в ясную солнечную погоду, благодаря дневному режиму, который интеллектуально регулирует яркость в соответствии с окружающим освещением, позволяя вам наслаждаться этим красочным и ярким дисплеем в помещении и на улице. Также в этот смартфон встроена усовершенствованная технология оптического распознавания отпечатка пальца, демонстрирующая выдающиеся результаты даже при ярком освещении. Оптимизированный сканер обладает увеличенной скоростью распознавания и более высоким показателем успешных распознаваний. Это наиболее удобный способ разблокировки вашего смартфона. Еще одной из особенностей этого смартфона идет основная камера. Ведь в ней в 4 раза больше пикселей, чем в обычном 12-мегапиксельном смартфоне. Это означает, что даже при обрезке небольшого фрагмента фото изображение останется достаточно детализированным. А благодаря широкоугольному объективу на 123 градуса, Mi 9 SE позволяет делать полноценные ландшафтные снимки одним нажатием. Фронтальная камера, в свою очередь, имеет 20-мегапиксельный сенсор, который позволит делать сверхчеткие селфи. Мало того, что фронтальная камера поддерживает Beautify и 3D-макияж, она также позволяет добавить блеск в ваши глаза. А благодаря усовершенствованному процессору Qualcomm Snapdragon 712, 6 гигабайтам оперативной памяти и 128 гигабайтам встроенной максимальной модификации, вам гарантирован еще более быстрый запуск игр, просмотр изображений и ускоренная обработка файлов. А в комплектацию здесь входят адаптер питания, USB Type-C провод для синхронизации с компьютером, переходник с AUX на Type-C и прозрачный чехол. Xiaomi Mi 9 SE создан для тех, кому нужен компактный смартфон. Он обладает всеми теми же самыми функциями, что и флагман Mi 9. А именно, это AMOLED-матрица от Samsung, это встроенный в дисплей сканер отпечатка пальца и 48-мегапиксельная матрица от Sony. Поэтому я бы скорее отнес это устройство к доступных, но все же флагманов. А вы как считаете? Ну, узнать стоимость данного гаджета вы можете у нас на сайте knowhow.rf. Также будем рады увидеть вас в наших магазинах, где вы сможете поговорить с экспертами, которые расскажут вам о VIP-привилегиях нашей бонусной карты Know-How, настроят ваш будущий гаджет и расскажут, как им пользоваться. Всем до скорой встречи!